Общественный транспорт оснастят рециркуляторами. Бактерицидными установками планируется оборудовать трамваи, троллейбусы, автобусы, а также аэропорт, автовокзал и 11 автостанций. Работа уже начата. Приборы доставлены на транспортные предприятия, ведется их установка. В конце прошлого года было принято решение об оснащении объектов транспортной инфраструктуры и части подвижного состава рециркуляторами. То есть для этого были выделены средства порядка 9 миллионов рублей. И разработан порядок компенсации владельцам инфраструктуры и перевозчикам денежных средств, которые будут затрачены на оснащение рециркуляторами. Приборы устанавливают в трамваи, троллейбусы, автобусы, которые обслуживают все виды маршрутов государственных перевозчиков и акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Ульяновской области. Всего планировалось установить порядка 780 рециркуляторов, 60 на объектах инфраструктуры, это аэропорт, автостанции, автовокзал. И, значит, 720 трамваи, троллейбусы, подвижной состав. Ставка делалась на автобусы среднего и большого класса, то есть наиболее вместительные, потому что оснастить каждую газель пока, к сожалению, то есть мы не в состоянии помочь перевозчикам по этому вопросу. Частные перевозчики пока не спешат обзаводиться этими полезными аппаратами, поэтому жители региона будут сами выбирать, что важнее – быстро уехать или безопасно доехать. Войти в программу оснащения рециркуляторами могут и частники. Работа в этом направлении будет продолжена в наступившем году. На муниципальных и государственных маршрутах установлено уже около 40% полученных рециркуляторов. Установка осложняется тем, что машины нельзя снимать с маршрутов, и работы ведутся только тогда, когда машины находятся в гараже и депо. Павел Половов, Екатерина Колесникова, Николай Трофимов, Новости Улправды ТВ.